Игра была тяжелая, мы выполняли установку тренера, но игра шла до забитого гола. Мы могли как бы в первом забить еще тайме, но не получилось. Но зато получилось во втором. Результат, ну, хороший. Ну, играли довольно-таки нормально, контролировали мяч. Да, было чуть-чуть тяжеловато, потому что поле, в принципе, только мы привыкли к нему. Но игра складывалась хорошо, и мы выиграли. Это самое главное.